Ну а тем временем в Дагестан прибыла очередная партия дезинфицирующих средств от Сулеймана Керимова. Борт с медицинским грузом прибыл из Арабских Эмиратов по инициативе сенатора. Партия состоит из 9 дезинфицирующих рамок, боксов, 5 тонн дезинфицирующей жидкости, 62 коробок иммуностимулирующего сиропа. Груз будет направлен благотворительному фонду социально-экономического развития «Я люблю Дербент» для распределения между медучреждениями. Сегодня пришла очередная помощь из Дубая Сулеймана Керимова. Очень дорогостоящее оборудование, дезинфекционное. Оно в основном применяется, где массовое скопление людей, чтобы когда они проходили, получали дезобработку. Да, и мы на их установим одну часть в аэропорту, а другие, где побольше скапливается масса людей.